Талдыкургане чествовали обладателей знака Алтын-Белгі. В этом году подтвердить свои знания смогли 214 выпускников. По области средний балл на ЕНТ составил 80, это на 3 балла больше, чем в прошлом году. А еще один повод для гордости педагогов. Школьники ЖТСУ по результатам международных и республиканских предметных олимпиад уже третий год подряд признаны лучшей олимпийской командой. Сейчас 5000 учителей проходят специальные курсы, чтобы с 1 сентября преподавать первоклассникам по обновленной программе. У последних в новом учебном году будет 5-дневка, а занятия продлятся до 1 июня. Набрала на ЕНТ 124 балла. И я очень рада, что набрала такой балл на ЕНТ. Естественно, я смогу поступить в любое высшее учебное заведение и дальше продолжить работу переводчиком. Я хочу переводить с английского на казахский язык и тем самым развивать культуру Казахстана. Новый учебный год, естественно, мы начинаем по обновленной новой программе. Первый класс. Мы примем в этом году первый класс около 50 тысяч детей. Для них закупаем учебники. Это будут новые учебники, которых еще не было.